Свинья из Южной Африки стала миллионером на все из-за тяги к творчеству. Животное по кличке Пикассо создает абстрактные картины. Во время их написания оно держит кисть зубами, а в конце ставит подпись своим пятачком. Полотен продано уже на общую сумму более 1 миллиона долларов. Поклонниками шедевра свиньи являются актеры Джордж Клуни и Эд Вествик, а также испанский теннисист Рафаэль Надаль. Холсты Пикассо используется для оформления в винных этикетках и показываются на выставках. Еще свинья сотрудничает со швейцарским брендом часов и японским автопроизводителем. Сейчас стоимость одной картины уже превышает 26 тысяч долларов. Это около 2,5 миллионов рублей.